первая пара боксеров. Весовая категория 128 килограммов. Красный угол Егор Кузьмин, город Тайшет. Синий угол Егор Трикупин, город Тайшет. Выходу дает приготовиться второй паре боксеров. Иван Еремеев, Тайшет, Всеволод Федюшев, Юрьев.
победу одержал боксер синего угла Тимур Трибунов. На ринге вторая пара боксеров. Егор Кузьмин, Тимур Трегубин.
Проверение результатов смены автобийской бригады Ретери, Ветров, боковые судьи Рубцов, Афонин, Ищенко. В этом бою победу одержал боксер синего угла Тимур Любин. Спортсмен 2010 года рождения. Боксом занимается первый год. Проводит свой первый официальный бой. Тренируется под руководством Вячеслава Бельского. Сидя в Луринга, к продолжению боя готовится представитель поселка Юрты Всеволод Петюшин, 2010 года рождения. Боксом занимается первый год, проводит свой первый официальный бой. Тренируется под руководством Олега Манилова и Рената Агаева. Thank you.
бою единогласным решением судей победу одержал боксер красного угла Иван Еремеев, город Решет. Thank you.
Победителем стал боксер синего угла Максим Нестеренко, поселок Новочунка.